республике задержали бывшего начальника экзаменационного отдела ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и поборах. По данным следствия, сотрудники экзаменационного отдела ГИБДД с 2016 года собирали взятки с желающих получить водительские удостоверения. Размер незаконного вознаграждения варьировался от 14 до 40 тысяч рублей. Преступное сообщество было выявлено в марте прошлого года. Шайбаков скрылся и был объявлен в федеральный розыск. На данный же момент следствию удалось установить 8 участников преступного сообщества и их причастность к 33 случаям получения взяток. Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года. Все фигуранты уволены со службы по отрицательным основаниям. В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. Сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение уголовного дела. В марте этого года суды удовлетворили иск к родственникам Ильдуса Шайбакова об изъятии незаконно полученного имущества. В пользу государства обращены активы и денежные средства на 40 миллионов рублей.